Всем большой-большой привет! Сегодня, в преддверии такого замечательного праздника, как День Победы, мы приготовим настоящую солдатскую кашу. Пойдемте на кухню! Отделим жир от мяса. Мясо соединим с чесноком и измельчим с помощью вилки. Растопим жир на сковороде. Добавим лук, морковь и обжарим до мягкости. Вольем воду и посолим по вкусу. При этом нужно учитывать, что тушенка уже содержит соль. Добавим гречку и будем варить до тех пор, пока почти полностью не выпарится жидкость. Теперь добавим тушенку с чесноком. Размешаем и оставим томиться на малом огне 5 минут. Гречка с тушенкой готова. Перед подачей оставим блюдо под закрытой крышкой на 20 минут. А по истечении времени можем наслаждаться вкусным обедом. Приятного аппетита! Спасибо, что сегодня вы были со мной и посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. Ну и на этом все. Встретимся в следующем видео. Пока!